Благодарность жителям и руководству Тюменской области выразил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в связи с открытием роддома в Краснодоне. Церемония прошла в режиме видеоконференц-связи с участием президента России Владимира Путина в рамках совещания по вопросам социально-экономического развития новых субъектов России. Тюменская область шествует над Краснодоном, роддом – один из важнейших социальных объектов. Здание постройки 1950 года, и долгое время его не ремонтировали, оно практически пришло в негодность. Теперь оно рассчитано на 1500 родов в год. Медицинское обслуживание здесь могут получить более 10 тысяч жительниц Краснодона и ближайших населенных пунктов. Обустроены комфортабельные палаты, 4 современных операционных, 3 родильных зала, в отделении неонатологии обустроены специальные палаты для новорожденных. Как отметил губернатор Тюменской области Александр Мор, роддом, по сути, родился заново. Благодаря усилиям тюменских строителей за 2 года удалось полностью обновить здание. Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что таким образом в республике формируется качественно новая медицина с гораздо более высоким уровнем оказания помощи. Президент Владимир Путин подчеркнул, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей новых регионов были достойные условия для жизни и работы, чтобы люди видели перспективы для себя и своих детей.